7, падай. Вставай ко мне, стой. Вставай, 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 ко мне остановись. Все? Бей двойку. Бей левый. Вставай. Без челнока. Давай, давай, давай. Все. Оп. Почему не достаешь? Достань мне до руки. Опять не попал. Ты же не попадаешь к нему. Еще раз. Прыгни. Вот, сейчас было. Да, вот, Рома, умница. Сейчас ты сам вспомнил. Вставай еще раз. То есть мы с тобой разобрали. Фронтально вот так, жопу назад. Вот у тебя локти висят, вот ты можешь здесь их вовнутрь повесить. Но становясь в боевую стойку, у тебя плечо, ты не можешь параллельно локти. Нет, держать ты можешь локти параллельно. Если что, если прижмешь к себе плечи. Да, оп, к себе прижал, да? Вот, ты сгруппировался, все. Такая средняя, ближе к дистанции. Ну, даже двигаться ты можешь. Но если ты хочешь работать на дальней дистанции, то у тебя левое плечо, повторюсь, вышло вперед. Правильно? Угу. Ты боком встал. Оно стало слабее. Половина удара прошло уже, да? Но быстрее и моторнее. Но это же плечо, значит сустав, да? Но плечо это вот эта часть. То есть она уже, посмотри у тебя как висит. Она уже немножко развернута, плечо. Поэтому и локоть не старайся вот сюда поставить. Он висит, кулак, от плеча. И вот здесь эту дырку оставь. Вот. Ты как будто за уши взял противника, к себе притянул, вот. Если что, здесь плюнешь, говорю же. А если ты у тебя опять рука вот сюда чуть-чуть уходит, вот ты кулак пытаешься поставить как бы подбородку, еще что-то, ты наоборот здесь, блядь, здесь открыт. И что у тебя получается? Да, вот такой удар. Ты как бы априори выводишь кулак куда? На линию с противником. А на самом деле выключаешь плечо. Вот он чуть-чуть. Нет, не получится, так уже напряжение. Вот, он чуть висит, да. Чуть-чуть подвешен, вот немножко, видишь, он приподнялся, да, как бы, да. Но в этом случае он расслаблен. И вот эта дырка остается, и вот ты, у тебя и удары идут по диагонали и закрывает твою голову закрывает на ударе, на ударе. Вот он, кулак идет и закрывает в движении. И также возвращает. Сейчас удар. Удобнее? Дальше, кулаком просто. Да, ничего не надо спиной делать, просто забудь о плечах, обо всем. Сжатый кулак. Просто кулак вперед. Не надо перевыкидывать плечо. Зачем? Ты сейчас специально плечо что-то дорабатывать стал. Понимаешь? Не думай о плече. Вот у тебя кулак. Вот косточка. Вот тебе этой косточкой надо тете продавцу показать вон ту конфету. Это, если здесь напряжена рука, предплечье, то это плечо работает. Оно встанет. Стоять. Вот у тебя кость встала. Все. И упал локоть обратно. Бей кулаком. Просто вперед, дальше, вперед, длиннее. Да? 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 Да, вот, видишь, теперь смог даже вот так сделать. Опять, разведи чуть-чуть, вот, разведи, вот он. Ром, и все-таки, ты не 1,85 м ростом, не ставь ноги узко. Вот ты ноги, понимаешь, смотри, когда ты ставишь ноги узко, я тебе уже говорил, тем более на одной линии, да, на одной линии еще можно, чтобы носок и пятка, да? Но тогда ты и сам узко становишься руками. А если, не дай бог, у тебя задняя нога уходит за левую, то плечи стремятся к ногам. Тогда ты вот так разворачиваешься. Но здесь бить неудобно. Тогда левая рука тем более выходит аж вот сюда. И ты опять здесь открыт. И опять вот эти движения начинаются. Ты здесь ходить можешь, еще что-то, понимаешь. Но ни о ком ударных движениях там шаговых у тебя речи быть не может. Потому что у тебя ноги стали. Все. Ноги стоят так, корпус стоит так, все, ты уже теряешь равновесие. Еще раз, да, чуть шире становись, по фронтальной, да, да, да. Вот, по фронтальной, вот, так же удобнее, вот. Подними, вот кулак себе, вот, вот здесь его держи. Вот уровень плеча, вот не вот здесь, он уже ушел, видишь? Он оказался внутри тебя. Это правый кулак внутри тебя, между плечом и бородой, а левый наоборот. Вот и все. Да, крути кулак, кулак туда закидывай. О, удобно? И ты достал, смотри, плотненько я достал. Ага. Да, ну, хочешь прыгнуть, да, дай бедро. Вверх бедро, вращение. Левый кулак, левее. Вот отсюда бей. Вместе с ним. Вот эта пауза, вместе с ним прыгай. Не замахивай, не отводи. Он легкий, да, он менее сильный, чем правый сейчас. Но ты вместе с ним.
Придержи его глазками, как бы. Вместе с ним прыгай. Рано кулак пошел, ты моей руки коснулся. Ты понимаешь, что делал? Вот тут хохма-то в чем заключается? Что тебе вроде надо рукой достать, чтобы вверх, да? Так вот это делают ноги. Никакого движения кулаком предварительно. Ты вместе с кулаком. Ты же вот здесь прыгал с ним? Вперед-назад. Ты вместе с ним прыгаешь. Чуть-чуть движение сделал лишнее, это сразу видно. Держи кулак глазками. Ты вместе с кулаком делал движение вверх. Подними кулак. Вот, прыгай вверх. О! Правильно. И он у тебя опускается, начинает идти вперед, когда ты вниз начинаешь движение. На подъеме, да? Да. Не на подъеме, а ты с ним подпрыгнул и падаешь с ним. На движение вниз. Еще раз правый, левый. Левее левую руку. Вот отсюда бей. Во! Сейчас удобно? Ты вместе с ним. Ты вверх и удар. Еще раз кулаки поднял. Можно вот сюда. Вот, вот он ты. Но не вот сюда. Не вот здесь. Вот здесь. Вот движение плеча. Может быть, есть какой-то маркер именно? Вот здесь есть. Понятно, да? Да. Если фронтальный, я да. понимаю. Да. Я да. Плеч, да. напротив плеча. Да. Я да. могу контролировать. Ром, а у тебя, а у тебя кулак... А, Ром, стопы. Хорошо. Смотри, а ведь кулак на уровне плеча ты остался. Разогни локоть. Выпрями просто локоть. Не переворачивай плечо, ага. просто выпрями локоть. Кулак на уровне плеча так и остался, Ром. Ага. Мы говорим, что у тебя локоть перевернулся. Вот он все. В зависимости от стойки, дистанции, вот и дальше, или ближе кулак стоит. Ага. Но никак не вот сюда. Ага. Вот чуть-чуть вот сюда все, он внутри, все, ты выключил плечо этим движением. Вот ты фронтально стоял. Вот они, вот ты стал боевую стойку. Все. Даже вот ты можешь правую вот так поставить. Видишь, как бы локоть, бедро. Ага. Ну, это такая уже средняя дистанционная. А здесь он тоже висит. Но висит-то все равно вдоль плеча. А идет вперед по диагонали. И на диагонали на этой закрывает твою бороду. Только не выводи сюда. Ага. Да? Да, да. Вот мой друг. Еще раз говорю, ты как будто за уши противника взял, оп, к себе притянул. Все. Вот же висят. Удобно же сейчас плечи висят? Надо будет, закройся, надо будет спрячься. Раз руки на себя. Нет, это прямо оп, в голове. Прям. Во! Вот он ты закрылся, да? Да, 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 да. Белевый. Просто кидай, что останавливаешь? Кидай, вперед. Никуда, не вниз, вот перед собой. Вот, просто кидай его вперед. Во, во, без спины. Вот, вот, что-то уже интереснее. Да? Ближе к себе кулак. Во, во! Кулак круче, сжимай кулак. Нет, вот. А, дружище, ни в коем случае не подворачивай кисть. Зачем тебе кисть подворачивать? Зачем ты, ты начинаешь кисть отдельно крутить? Ты блокируешь плечо. Вот это вся цельная битка. Бей. Просто кидай кулак, резче. Во. Уже интересно. Все, дальше потом. Пользуйся, дорогой. Очень важно вот это положение. Да? Ну понял немножко? Да, я понял. Нет, потому что ты понял, я знаю. Мы же по-русски говорим. Ты запомнить должен. Фронтальная. Фронтальная тоже боевая. Но она больше обучальная. Опа, напряг. Локоть напрягся. Плечо напряглось. Линия плеча. Все. Кулак идет прямо, закрывает. По диагонали закрывает. Плюс плечо переворачивает, дает вам опять равновесие. Выводите кулак на линию противника. Начинается вот такое движение. Либо наклоняться приходится. Например, удар наклоняешь, чтобы плечо вышло. А если правая рука здесь, или тоже ты ее поуже поставил, тоже приходится наклоняться, чтобы плечо вывести на уровень кулака. То есть все зависит именно от исходного боевого положения. Все, пользуемся. Поехали.